Доброго утра! В общем, уже всех я выпроводила. Сейчас буду завтракать. И вчера не спала до 2 часов ночи. Блин, аж смешно сказать. Потому что нужно было потопить котел, чтобы высохло Гришино кимоно. Потому что сегодня ему в 9:30 на репетицию в 37-ю школу. То есть это в другую, не так, в которую мы ходим. У нас останется 2 школы. И вот во вторую Гриши на репетицию. А в 12 часов показательное выступление. Вот, а у нас кимоно не сухое, и поэтому пришлось до 2 часов ночи не спать, в общем, топить котел. Но я тут на кухне убирала, поэтому не страдала фигней. Сейчас буду завтракать. Это зелец, сметана, кофе с молоком и черный хлеб. Вот. Вот так вот. Так, мы выехали. Блин, не знаю, как научиться не опаздывать. Но мы уже опаздываем. Живем, как всегда. Ну, не знаю, тетя Вика нас там ждет в холле. Я уже дома собралась, сейчас все нагладила, тесто для пряников сделала. В общем, короче, нужно было все успеть. В школу форма Гришкина. Так, обувь там у Гришки есть. И кимоно погладила. Да.
даже скрепленная. И вот эту я держал, она у меня в руках осталась. Да. А сэмпай сказал, где не могу. С собой можно забрать? Нет, а сэмпай сказал, надо крепко делать. Сменка где? Ну все, тогда давай. Пока. Пока, позвонишь, как все закончится, да. Хорошо? Я уже дома, давным-давно. Уже даже сейчас опять поеду. Я, в общем, вся в разъездах. Сегодня сейчас на танцы повезу Антоху. А пока в промежутке между тем, как я в 12 часов отвезла, даже в час, Гришу, и между танцами и школой сейчас делаю пряники, Стёпина торт. Сегодня ему 30 лет, вообще я в шоке. Я когда вообще себе дату представляю, что мне уже за 30, то в голове еще вообще нет вот этого ощущения 30, не знаю почему. У меня такое ощущение, что я прям друг своим детям. И хожу в школу просто, вернее, просто меня отличает от моих детей то, что я не хожу в школу. А в голове еще нету этого 30-летнего прям опыта серьезной женщины. Вот поэтому я, короче, не серьезный человек, который делает пряники. А это краситель синий. Вот. Вот такие вот пряники, 30. А вот этот пряник с надписью положим сверху на торт. Егора. Это Антошин рисунок. На масле. Это что? Вы... Что за тема? Черно-просто такая. А потом я так вырежу еще. Еще довырезаешь? Да. Давай. Я еще не довырезал. Потому что мы пошли на улицу. Все, не кричи, пожалуйста. Давай колготки тоже забирай. Это твои колготки же? Да. И штаны. Хорошо, забирай все. Так, а штаны твои? Мои. Давай. В степи будут пряники вот такие. При любом раскладе все будет в шоколаде. Написано все шоколадом. Сверху шоколадные потеки. И цифра 30 тоже шоколадная. Так что сейчас это все застынет, и мы все это повезем на торт. Я уже успела помыть голову, даже себе сделала а-ля мокрый эффект на одной стороне. И сейчас уже будем собираться на день рождения, подождем только нашего папочку. Так, еще один наборчик я упаковала, все, дорасписывала я бычка. Теперь он... Да, сейчас уже мы поедем, там будем кушать. У тебя Вера уже шашлычки там с дядей Стёпой жарит. Так, в общем, для Краснодара еще один набор готов. Сейчас поедем, у родителей его завтра заберут. Привезем его, там положим. Это кому? Там еще заказали. Ну, это кому? Пожалуйста, скажи. А я сама не знаю, сынок. Просто заказала тетя. Нет, какому-то мальчику. Нет. Копать хочется тебе? Да, голову оттуда, кого-то. Да? А я Алекса вывезу. Зачем? Не надо. Не надо, там негде ему играться. Yes. Все, пойдемте. Где там крестный? Он меня наказал за то, что я не дала конкурс. Угу. Какой Новый год? Ну, что? Рождение с Новым годом. Конечно. Давайте садимтесь. Так, вот Григорий. Пойди, Маргарита, а то сейчас захочет. Зови ее. Какую вам? Ах или Пепси? Пепси. Или кола? Или лимонад? Мне Пепси. Мне тоже Пепси. Давайте. Пепси. Сейчас налью, Зоя, поставь. Давайте. А что у нас за праздник сегодня, дети? У меня! У тебя? У тебя. Папе кричим. Днём рождения! Спасибо! Огонь у мамы подлинная! Да? Дочка, не балуйся, дочь, ладно? Сейчас дети пойдут. Папа, Вадик.
Сережа, а ты поедешь на карате или нет? Да. Да? Так я тебя тоже повезу. Зачем? Тебе нравится на карате, Серый? У тебя белый пояс. А, ничего, вот покажи, да пока еще никакой есть. Пояс. Нет. Желаю здоровья, счастья. Чтобы красивые были и не болели. Дальше что, спасибо. Будем болеть. Нет. Да? Здорово. Здорово. Я папе сказала, может это что? Маргарита. Свою комнату иди. Быстро в свою комнату. Нет. Да, успокойся. Свечку? Ты маме давай, мама будет вставлять, хорошо? Я хочу тоже давать. Женька! Тебе сколько лет? Ты не будешь тридцать? Она... Да, ты вот так. Но мягко? Да. Ну, на я уже тут. Да, да? Да, мягкий бананок. Афоня, кто будет свечки задавать? А! Ты? Ой, ты что тут самый главный? Мама, лови! Это специально капля так слизка. Ну! Ну, Маргарита! И два инфаркта, четыре инсульта. Сейчас Степа дыхалку твою посмотрим. Да пока Вера остальные зажгёт. Да подырявим глаза, дыхалка. Ну. Маргарита, я тебя сейчас выгоню. Степа, приходила сегодня это. Так, сиди там. Там, да. Давайте, пошли. Отходите. Там сюда, садись. Папины именины, Пилигримный каравай, вот такой вышины, вот такой ширины. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Задуй Афоне, пускай он тоже ждет. Зажги свечки всем еще. Не трогай. Нет, теперь все зажигай. Теперь все зажги. Свечки закончились. Так, у нас знаете сколько? Час ночи я тут пекла пряники. В общем, все напекла, так что завтра нужно будет только расписывать. Я так рада вообще. Не знаю почему, да я даже до часа ночи счастлива печь пряники. В общем, это какой-то ужас, но я очень люблю на самом деле поспать. Но почему-то, когда я пеку, мне даже не хочется спать. Но понимаю, что нужно, потому что дети, семья, никто этого ничего не отменял. Сегодня такие завитушки. Вот, так что сейчас уже пойду спать, пойду только мясо достану, потому что завтра нужно что-то приготовить. А то сегодня мы, конечно, были на дне рождения. Все круто, я даже ужин не готовила, и обед не готовила. Сказала даже мужу есть... столовой, потому что выступление по карате, и Гришку надо было везде возить, в общем, вот, как-то так. Так, завтра будут вертолетики и много-много человечков, и вот такие вот красные звездочки. Еще то, что уже остыло. Так что всем до завтра, и несмотря на то, что у меня две брови, так прикольно мне написали, что мне две брови. Я не знаю, почему у меня так получается. А потому что я смотрю вверх вот так вот. Сейчас что-то попало в глаз. В общем, все. Не буду хмурить лоб. Это так тень падает. В общем. Все. Всем до завтра. Всем пока. Скоро 23-е. И мы готовимся. Пока. Кстати, напишите, что вы будете дарить на 23-е вообще мужчинам. Какие у вас идеи подарков, помимо пены и носков. И это тоже, хотя тоже, мне кажется, вариант. Поэтому, если даже вы будете дарить пену и носки, все равно напишите. Может быть, что-то классное. И все почитаем комментарии. И, может быть, каждый что-то для себя выберет. Мне кажется, очень актуальная тема. Подарки на 23-е и на 8-е, когда не знаешь, что подарить, можно прочитать комментарии. Надеюсь на ваши комментарии. Всем пока!